Добрый день, уважаемые зрители! С вами на связи Центр карьеры ГИМО МИД России. Сегодня мы очень рады объявить о старте недели карьеры, нашего флагманского мероприятия, которое ежегодно открывает перспективы трудоустройства сотням выпускников и студентов нашего университета. Приглашаем вас посетить наши лекции, вебинары, мастер-классы и дискуссии, которые пройдут на этой неделе, а за актуальным расписанием вы сможете следить в наших социальных сетях. Меня зовут Елизавета, я менеджер по работе с партнерами Центра карьеры МГИМО. Сегодня у нас в гостях Денис Андреевич Королёв. Денис Андреевич обладает более чем 15-летним опытом оказания форензик и аудиторских услуг ведущим компаниям России и за рубежом. Денис является экспертом в области расследования мошенничества, борьбы с коррупцией, комплаенса и противодействия отмыванию доходов. Денис Андреевич – активный спикер на мероприятиях по форензик-тематике. Последние 5 лет Денис Андреевич руководит практикой «Форензик», где под его руководством команда из более чем 50 человек, форензик-экспертов B1, помогает клиентам повышать этичность бизнеса и разрешать спорные ситуации. Денис Андреевич, приветствуем вас у нас в гостях. Приветствую вас, Елизавета. Приветствую, уважаемые зрители. И позвольте поблагодарить вас сразу за это приглашение. Я как представитель компании B1 должен вам сказать, что мы находимся в постоянном поиске талантов. И, конечно, МГИМО – это один из наших целевых вузов, откуда мы будем рады видеть студентов на работе у нас. Спасибо большое, Денис Андреевич. Мы действительно очень рады, что вы сегодня к нам пришли. И для того, чтобы ввести зрителей в курс дела, я предлагаю рассказать им, что такое форензик. Ну, форензик – это такая услуга, такой комплекс мероприятий по расследованию мошенничества, следовательно, по предотвращению мошенничества, ну а также по подготовке, сбору доказательств для предоставления заказчику, для того, чтобы он мог принять те или иные управленческие решения. Ну или, если заказчик захочет, в том числе для передачи в суд, это может быть арбитраж или там уголовное судопроизводство, все зависит от того, что мы выясним, что мы найдем. Ну и, конечно, это работа, связанная с compliance, это если более широко говорить о том, что такое форензик, это выстраивание политик и процедур на предприятии, выстраивание экономической безопасности, выстраивание внутренних контролей. Ну а если мы говорим о банках и финансовых институтах, это комплекс мероприятий, помощь этим финансовым организациям в построении систем по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Такая работа. Спасибо большое. Теперь мы более четко разбираемся в понятиях и можем продолжать нашу дискуссию. Назовите, пожалуйста, примеры или виды мошенничества, с которым вам уже доводилось работать. Ну, как вы уже сказали, за мою 15-летнюю практику таких видов и примеров их великое множество. Ну, давайте пойдем там от методологии. Да? Мы как борцы с мошенничеством, у нас есть своя методология. И условно мы группируем все виды мошенничества, все мошенничество в 3 группы. Ну, первое, самое материальное, это так называемая творческая бухгалтерия или это манипулирование финансовой отчетностью. Второе – это хищение. И третье – это коррупция. Ну и, скажем, понятно, что, скажем, там хищение невозможно без манипулирования финансовой отчетностью, потому что мы, конечно же, говорим, прежде всего, когда я говорю сейчас о мошенничестве, мы говорим про корпоративное мошенничество, да, необходимо об этом напомнить, потому что мы все-таки обслуживаем крупный бизнес, крупные корпорации, и там, скажем, мошенничество, там, когда идет там, обман на доверие, когда там кого-то где-то обманули, не знаю, там в интернете на Авито или позвонили, представились там сотрудникам Сбербанка и вывели какие-то средства, ну, просто по человеческой глупости. Это не то, с чем мы работаем, хотя мы помогаем банкам в построении вот этих систем, которые будут противодействовать. Но мошенничество, да, 3 вида, значит, манипулирование финансовой отчетностью, хищение и коррупция. Тогда расскажите поподробнее, кто заказывает подобные услуги и насколько вообще востребована эта профессия? Ну, как я уже сказал, заказывают услуги это корпорации, крупный бизнес, это самые разные секторы экономики, это может быть реальный сектор экономики, это могут быть производственные компании,
могут быть компании ресурсодобывающие. Все зависит от того, ну, у кого какие проблемы, да, в какой сфере. Мы работаем по всем направлениям, и в чем прелесть работы специалиста форензик, из того, что это все-таки достаточно такая креативная, но и узконаправленная специализация, поэтому у нас нет разделения по секторам. Скажем, если, например, там в аудите, там, например, ребята, они обслуживают клиентов, которые занимаются, например, там, ресурсодобычей, другие занимаются какими-то там современными технологиями, там, телекоммуникационными компаниями, третьи занимаются так называемым life science, то все, что связано там с фармацевтикой, производством там каких-нибудь там медицинских приборов там и агрегатов. А в нашем случае мы работаем по всем отраслям, по всем сферам. И, ну, можно говорить о том, что это топ-100 компаний, да. Конечно, я не буду вам сегодня называть никаких компаний, потому что достаточно интимная тема, и наши клиенты не хотели бы, чтобы мы обсуждали там предметно их проблемы. Вот. Но это крупный бизнес, а если быть более специфичным, кто конкретно из крупного бизнеса заказывает, то здесь... Можно сказать, что заказывают акционеры для того, чтобы проверить свой топ-менеджмент, или топ-менеджмент для того, чтобы проверить свой менеджмент в дочерних предприятиях. Ну, например, кто-то находится в Москве, ну, у них есть дочерние предприятия там, по всей России, да? Вот. И где-нибудь там за Уралом или там, за Полярным кругом что-то происходит. У них нет возможности там непосредственно постоянно заниматься операционной деятельностью компании, и тогда они привлекают или аудиторов, а если есть какие-то подозрения, то они могут привлечь и форензик специалистов. Также могут привлекать, ну, например, партнеры по бизнесу. Кто-то бывает дает деньги для развития бизнеса и отходит от операционной деятельности. Не знаю, там могут быть, там такие у нас бывают истории, знаете, там, скажем, друзья там со школьной скамьи, в общем, кто-то кому-то доверился, дал деньги на развитие, потом ушел, доверял, а через 5-10 лет понимает, что тех результатов, которых ему обещали, нет, и, в общем, в итоге мы приходим, помогаем, делаем аналитику и анализируем, в общем, выявляем неблагонадежное там поведение или менеджмента, или, может быть, второго акционера. Вот, такие бывают задачи. Бывают задачи, когда есть регулятор, скажем, и регулятор, он хочет проверить, скажем, нет у них возможности или нету достаточно там мощностей для того, чтобы проводить проверку там своими силами, и тогда они привлекают нас, и мы тоже им охотно помогаем. Ну, например, это незакрытая информация, об этом много в интернете писали, скажем, агентство по страхованию вкладов, Центробанк отзывает лицензию банка, дальше агентство по страхованию вкладов подключается и анализирует банк, в том числе на преднамеренное банкротство, для того, чтобы... Так как вклады страхуются, для того, чтобы сформировать вот эту вот денежную массу, понять, куда деньги ушли, там они занимаются там оценкой активов, их реализацией, но также надо выяснить, а куда деньги ушли, для того, чтобы их найти, вернуть и выдать вкладчикам, или же для того, чтобы найти и покарать. Вот. Спасибо. И давайте, прежде чем мы перейдем к практикоориентированным вещам, немножко поговорим о теоретических моментах. Как вы вообще оцениваете влияние мошенничества на экономику в целом? Ну, это достаточно сложно оценить. Конечно, есть какие-то там данные, какие-то показатели. Есть целые организации, которые, знаете, занимаются там срезом вот этих вопросов. Но в целом можно сказать, что это, конечно, средняя температура по больнице. И от года к году, от региона к региону, от страны там... Нету каких-то прям точных данных. Но, в принципе, общие такие мировые оценки, которые принимаются не за догму, а как сказать, ну, считаются достаточно верными в нашем сообществе, это то, что порядка 2% общего валового продукта мирового, оно как раз-таки приходится на, ну, потери приходится на мошеннические схемы. Ну, если у нас, ну,
в ВВП, вы тут, как и мы, в МГИМО, наверное, вы должны там, ну, этими данными лучше там оперировать. Ну, насколько я помню, 100 триллионов долларов, по-моему, ВВП. Ну, если 2%, вот 2 триллиона там, на потери. Но опять же, там, от стране к стране, от года к году, от в зависимости от тех геополитических или экономических процессов, которые происходят в стране, понятно, что уровень мошенничества, он может там расти или падать, да, скажем, в момент таких переломных моментов и геополитических, и когда есть какие-то трудности в экономике, например, как у нас сейчас, понятно, что давление, в том числе на менеджмент, давайте не будем только менеджмент обвинять в мошенничестве, но и на сотрудников компаний, на партнеров, бизнес-партнеров, оно возрастает, и, следовательно, они ищут возможности для как-то минимизации своих там общих потерь, для того, чтобы поддерживать тот уровень жизни, к которому они привыкли, и это толкает их на разного рода злоупотребления, в том числе вот такое мошенничество. Поэтому в такие времена, как сейчас, уровень мошенничества повышается. Насколько, ну, это очень сложно оценить. Теперь давайте немного перейдем к методологии. Существуют ли какие-то превентивные меры предотвращения мошенничества даже на этапе их подготовки? Ну, конечно, конечно, но есть, опять же, там от компании к компании, от бизнеса к бизнесу, это все очень индивидуально, нет универсальных подходов, потому что если был бы универсальный подход, то и профессии такой бы не было, ты там зашел на какой-нибудь веб-сайт, выгрузил туда какие-то свои данные, он тебе сразу же все там рассчитал и сказал, как надо делать. Такого нет. Но вообще вся эта работа, как мы ее делаем, как мы ее строим, и в принципе практике, там мы вот на конференциях общаемся друг с другом, есть так называемый треугольник мошенничества, который говорит о том, что мошенничество с большей долей вероятности возможно в том случае, если есть три фактора, ну, три вершины вот этого треугольника. Первый фактор – это возможность, когда слабые внутренние контроли, когда непрозрачный там бухгалтерский учет, когда нету четкой подотчетности там одного персонала к другому, ну, в общем, когда бардак на предприятии. Второй фактор – это фактор давления, и вот сейчас как раз-таки он растет, да, скажем, ну, например, какой-нибудь условно пример, где-нибудь какой-нибудь топ-менеджер какого-нибудь дочернего предприятия, у него, может быть, там дети учатся за рубежом, да, или какая-нибудь у него недвижимость. И сейчас из-за ситуации в экономике, например, его бонусы снижаются, а у него уровень расходов, ипотека, да, или, например, там кто-то у него, может быть, там заболел, не дай бог. Ну, давайте, пусть кто-то учится. Все равно вот эти уровень его расходов, он все равно остается неизменным, и ему надо это поддерживать. Тогда он с большей вероятностью, то есть перешагнет через себя, через барьер и там будет заниматься злоупотреблением. И третья вершина – это самооправдание. Вот что мы слышим, когда мы общаемся с уже пойманными мошенниками, они говорят, вы знаете, это норма для этого бизнеса или там, для этой страны, или я дал этой компании 30 лет, а результатов нет, а что все воруют. Ну, то есть, если они видят, что их, например, какой-нибудь линейный там, руководитель там, зарплатой в небольшой, приезжает там на Лексусе, там, живет, в общем, непосредством, люди это видят, и это тоже дает такой психологический аспект, когда они сами себя оправдывают, и тогда они с большей долей вероятности, перешагнут через себя и будут заниматься вот такими мошенническими схемами. Потому что, в принципе-то, мы при рождении все чисты, как капля Божьей росы. Это потом наше окружение, оно или какие-то обстоятельства, они влияют на наши решения. Но возвращаясь к вашему вопросу, какие превентивные меры? Ну, вот исходя из этого треугольника, мы понимаем, что для того, чтобы минимизировать мошенничество, его нельзя искоренить, потому что это в человеческой природе. Для того, чтобы его минимизировать, следовательно, надо все эти факторы минимизировать, да, то есть как-то, или попытаться их как-то там исключить. Что для этого делается? Ну, прежде всего, внедряются правильные внутренние контроли,
внедряется правильная система бухгалтерского учета, управленческого учета, идет там четкая подотчетность там одних лиц другим, внедряется принцип четырех глаз, да, это four eyes principle, когда один человек не может и инициировать, например, закупку, и там рассчитать под нее бюджет, еще ее принять, и еще и решить, какой контрагент будет выступать в качестве там поставщика или товарно-материальных ценностей, или этой услуги. Это, конечно же, выстраивание правильной корпоративной культуры, это так называемый тон сверху, когда топ-менеджмент общается со всеми там сверху вниз и с каждым, в том числе и рядовым сотрудникам, и они знают о том, что в компании нулевая терпимость там, к коррупции или к мошенничеству как таковому. Но это другие инструменты, такие как горячая линия, что каждый человек понимает, что кто-то... Ну, то есть, все тайное становится явным, и кто-то когда-нибудь может стукануть. Вот. Ну, что еще? Ну, и, конечно же, это правильный мотивационный пакет для своих сотрудников, потому что если у вас человек сидит на многомиллионных или там, миллиардных каких-то бюджетах, а получает ну, достаточно там, низкую зарплату, ну, наверное, ложно, да, будет, или как сказать, то есть ну, глупо от него ожидать, что он будет работать за копеечку. И, кстати говоря, когда мы приходим на предприятие и видим перед собой, ну, иногда, и, конечно же, надо сделать еще акцент на том, что вот кто-то может слушать, там, выдернуть, знаете, слова из контекста и скажет, ну, а, ну вот, значит, что это, если у человека там кто-то заболел или дети учатся, что он мошенник? Конечно же, нет. Мы об этом говорим просто как о наборе факторов, да, и иногда их может и не быть, а иногда и человек там под гнетом обстоятельств, но все равно сохраняет в себе вот эту приверженность там бизнесу, то есть он кристально чистый, и может быть, и там и нет мошенничества, да, то есть тут не надо, конечно же, передергивать там мои слова. А я как форензик-специалист, вот мы с Елизаветой перед началом нашего общения сказал, что надо взвешивать, конечно, каждое слово, что я скажу, поэтому это такой некий дисклеймер. Вот, о чем мы говорили. Да, вот вы нам сейчас рассказали очень актуальные и важные вещи, на которые стоит обратить внимание каждому руководителю. И давайте теперь перейдем к взаимодействию. Вот вы сотрудничаете с правоохранительными органами, с государством, с международными организациями. Ну да, как я уже сказал, скажем там, ну, агентство по страхованию вкладов, это тоже это государственная структура. Вот такое сотрудничество. Мы там сделали несколько десятков банков, проверили, и там, если у нас были какие-то интересные результаты, в том числе затем сотрудничали и со следственными органами, когда готовили отчеты, в том числе и для уголовного судопроизводства. В принципе, к нашим услугам прибегают в том числе и различные там региональные правительства. Ну, я не могу говорить прям в деталях. Ну, у нас вообще в целом есть очень крупные вертикально интегрированные компании там, с государственным участием, с которыми мы тоже активно сотрудничаем и работаем. И иногда те отчеты, которые идут, которые к нами подготавливаются, как я уже сказал, они используются в суде. Конечно же, вот сотрудничество в этом смысле, оно существует и развивается. С правоохранительным органом я ответил, да, с международными организациями. Ну, во-первых, скажем, в недавнем прошлом, хотя, в принципе, и сейчас эта проблема достаточно актуальна, но, в общем, актуализация ее немного так, как бы, пошатнулась, да, это, скажем, есть такой закон о противодействии коррупции за рубежом, принятый Сенатом США в 1977 году. Это Foreign Corrupt Practices Act. И чем примечателен этот закон? Если мы сейчас говорим про еще, вы спросили меня про международную организацию. Да, про международную организацию. Да, чем он примечателен? Он примечателен тем, что этот закон называют дойной коровой Сената США. Да? И если в 1977 году он был принят, до начала 2000-х он дремал, потом
А затем его начали активно использовать, и одной из компаний, там серьезно пострадавшей, это тоже открытая информация, можно спокойно там все найти, значит, это компания Siemens, которую оштрафовали там на 2 миллиарда долларов, да, за нарушение этого законодательства. Ну, то есть, они компании наказывают, он экстратерриториальный, и компании наказываются за то, что они для ведения бизнеса дают взятки чиновникам за границей. Это не значит, что в США нет законодательства, и они там не борются внутри с коррупцией. Это значит, что просто этот закон, он как раз-таки направлен на экстратерриториальные юрисдикции. Вот. И поэтому законодательство не только Siemens, но и некоторые наши телекоммуникационные компании, какие-то фармацевтические компании, которые оперировали в России, и чистый бизнес из России, они тоже были оштрафованы в свое время там сотни миллионов долларов, миллиарды. Да? И мы взаимодействие с некоторыми из этих клиентов, я не говорю, что конкретно с этими телекоммуникационными компаниями, но в общем с какими-то клиентами, которые этой темы касались, мы в том числе проводили и какие-то превентивные мероприятия, или уже по следам расследования, когда компания наказана, помогали компаниям выстраивать вот эти вот антикоррупционные политики и процедуры, и в том числе писали отчеты там и в Минюст США, и в комиссию по обороту за ценными бумагами и так далее. Сейчас фокус немного он сменился, в принципе, и в CPA так называемых проектов у нас сейчас, у нас в меньшей степени, все равно мы еще как-то выстраиваем compliance, где-то что-то делаем, но сейчас мы взаимодействуем, например, там, не знаю, для наших клиентов помогаем им не то, что обходить санкции, а, скажем, многих клиентов, ну, в общем, огульно всех собрали, если тут есть российский след, давайте наложим арест на какие-то активы. И наша задача заключается в том, что мы помогаем клиентам, делаем некоторые исследования по их активам и выдаем некоторые результаты, которые потом совместно там с их юристами могут где-то помогать им отстаивать их точку зрения. Это там или в ОФАК, или там в Совете Европы и так далее. Ну, без особых деталей. То есть, с чем это связано? Ну, это связано с тем, что, почему вообще к нам обращаются. Потому что мы, несмотря на то, что там где-то полгода назад отключились от глобальной сети, вы же знаете, да, что B1 это раньше было частью очень крупной международной организации, компании, но тем не менее доверие к нам остается, потому что мы наследники вот этого высокого качества, ответственного ведения бизнеса, и наши материалы принимаются до сих пор, там, в том числе и за рубежом. Наверное, очень размыто и много сказал. Ну вот как раз вы упомянули недавние геополитические события. Конечно, невозможно отрицать, что они очень сильно повлияли на нашу жизнь и на мир в целом. А вот конкретно ваша работа, как она изменилась? Ну вот, как она изменилась? Скажем, я в недавнем прошлом был руководителем в регионе СНГ. Сейчас я руководитель в России и в Белоруссии. У нас, конечно же, планируется открытие офисов, в том числе и где-то в ближнем зарубежье или где-то в дальнем, где конкретно, в ближайшее время. Где конкретно я говорить не буду сейчас, чтобы вдруг кто-то здесь мы дети конкурентов, да, чтобы они раньше времени не напряглись. Вот. Ну, во-первых, география проектов изменилась. Если раньше у меня было очень много проектов, скажем, в той же Украине, если были проекты там в Казахстане, в Узбекистане, очень много. Они, в принципе, и сейчас там остаются, но не в той степени, то есть, как это было раньше, потому что, ну, это где-то есть российские клиенты, даже без выезда туда, где они не могут привлечь какую-то местную фирму, они обращаются к нам, мы работаем по этому направлению, ездим очень много по нашей необъятной родине. Это значит, это можно говорить про географию. Направление работы, да, как я сказал, сейчас вот этой compliance-повестки антикоррупционной, ее не так много, но это не значит, что… Ну, клиенты наши все равно понимают важность, необходимость соблюдения всех антикоррупционных норм и процедур, прежде всего, хотя бы благодаря тому, что наше антикоррупционное законодательство, оно еще даже более жесткое, чем во многих там западных странах. Вот. Но нет у нас взаимодействия с нашими международными
какими-то офисами в других странах по вопросам антикоррупции, да, это в меньшей степени. Но зато вот появился огромный пласт работы, связанный там с санкциями. И в данном случае, так как мы и отцепились, и мы всегда были очень патриотично настроенными сотрудниками, да, и партнерами, и в принципе наша компания в России, это было отдельное юридическое лицо с русским руководством. К чему сейчас я это говорю, все подвожу. Просто когда сказать, что мы работаем по санкциям, кто-то может напрячься и сказать, а, вы что, помогаете, я не знаю, там, Госдепу, значит, под санкции подводить каких-то, какие-то предприятия там, и граждан там, России. Нет, у нас как раз-таки сейчас, знаете, коллективный, давайте не будем называть враг, но коллективный оппонент – это Запад, и вот мы помогаем нашим клиентам вот в этом направлении, что является тоже очень интересным. И очень актуально. Да. А теперь давайте вернемся к практике. Скажите, пожалуйста, принимаются ли отчеты в суде, в судебной практике? Ну да, как я уже сказал, отчеты принимаются, и принимается это не только в, там, в России наши отчеты, у нас есть и там хорошие, ну, может быть, для наших клиентов. Мы работаем на благо бизнеса наших клиентов и, следовательно, и на благо государства. Да? Но и хорошие результаты, когда там заканчиваются дела какими-то конкретными там, и приговорами, да, и возмещениями потерь, какими-то сроками. Но вот для меня гораздо интереснее даже там не какая-то там уголовка кого-то там посадить, там наказать. Потому что обычно это в принципе, ну, ты собираешь так факты и наблюдения в отчет для того, чтобы клиент мог принять управленческое решение и мог, если что, предоставить фактуру вот этому злоумышленнику, да, которого поймали, чтобы как-то решить все до суда. То есть для этого это делается. Но отчеты принимаются в том числе там, в международных арбитражах, там, в Соте суд Лондона, например, там, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. У нас вот недавно был достаточно интересный проект для, в общем, не буду говорить для кого, но, в общем, интересный большой проект, и вот там был как раз-таки арбитраж, три арбитра. В общем, перекрестный допрос, я там участвовал в качестве эксперта, в течение 4 часов меня допрашивали, благодаря тому, что я закончил МГИМО на английском языке. Вот, то есть результаты работы востребованы и, да, принимаются. Спасибо большое, я думаю, что вы блестяще погрузили наших зрителей в тонкости своей сферы, и теперь давайте перейдем к личным вопросам, может быть, вы сможете замотивировать наших студентов и выпускников, и кто-нибудь тоже решит выбрать свою карьеру в этой сфере. Почему вы выбрали вообще сферу? Ну, наверное, будет ложным, если я скажу, что, вы знаете, я еще со студенческой скамьи или со школьной я мечтал о том, что я стану экспертом форензик. Нет. Ну, изначально МГИМО – это у меня там второе высшее образование, то есть я приехал из, ну, я не скажу, что маленький, но и не очень большой город, там, с города Пятигорска, с юга России, получать здесь второе высшее образование, следовательно, уже тогда у меня было какое-то стремление там, получить чего-то, ну, какое-то развитие, чего-то больше, да, хотя я мог оставаться там у себя в городе и в тот момент там кататься как сыр в масле, да, в принципе, можно было не дергаться. Но я приехал сюда, закончил здесь Международный институт энергетической политики и дипломатии, то есть я специалист, экономист предприятия ТЭК, у меня финансовый кредит, специальность, и после этого я пошел в аудит ресурсодобывающей компании, в другую компанию, не там, где я сейчас работаю, эта компания называлась Deloitte. В тот момент. Ну и там несколько лет я провел в аудите, и когда ты выбирал я именно направление аудит, ну для чего это было сделано? Для того, чтобы, ну и я уже пришел туда в 26 лет, достаточно уже зрелый там парень, я просто понимал, что мне недостаточно тех знаний, которые я получил,
Потому что знания должны быть прикладными, да, и, в общем, для того, чтобы там двигаться потом дальше, аудит – это замечательное направление, замечательный старт, потому что ты можешь почупать отчетность, можешь там построить свой первый кэшфлоу, вообще понять, как что работает там на предприятии, вот. Но так случилось, что я поехал в одну из командировок, и, ну, и плюс ко всему у тебя было понимание, что аудит, что ты сейчас будешь проверять, ну, там аудитор, там ревизор. И я так поехал в одну из командировок, очень глубоко там за Урал, и, в общем, выявил там, ну, в момент анализа там закупок, в общем, нашел мошенничество. Ну, я сейчас понимаю, что это было мошенничество, там украли там порядка, ну, скажем, 20-30 миллионов рублей. Вот. И, конечно же, это создало там огромную головную боль и для моей команды, потому что я там был начинающий специалист, там был менеджер. И для клиента, и в целом как-то они это все решали, но, в общем, их решение свелось к тому, что надо сделать там поправку в отчетности, потому что аудитор по МСФО, он смотрит актив на завышение, пассив на занижение, то есть ты не должен, ты должен проверить то, что компания не показывает себя там с лучшей стороны, что она не рисует больше активов, чем на самом деле у нее есть. Ну, они сделали поправку, и как бы все, и все успокоились. А меня это как бы очень затронуло, я говорю, как так, тут же вот украли, это... ни в какие ворота не лезет. Ну и вот тогда я выяснил, что есть такое направление, это было в 2010 году, как форензик. Я ушел в другую компанию, там была замечательная команда, очень интересное направление. И вот я как раз-таки начал этим заниматься и, в принципе, вырос там сейчас до партнера, руководителя практики. Ну а сейчас, конечно же, но опять же, я этот рассказ, знаете, это вот через призму пирамиды Маслоу, да, ты изначально, у тебя есть какие-то свои базовые потребности, то есть ты хочешь что, ну, когда ты молодой специалист, ты особо даже, может быть, не думаешь, ты хочешь, прежде всего, наверное, хорошо зарабатывать, путешествовать, там, не знаю, иметь возможность съездить там, ну, отдохнуть, да, скажем, там, сходить там в кино, какие-то красивые вещи, кто-то купить машину, там, не знаю, купить квартиру и так далее. Ну, то есть ты хочешь вот эти базовые какие-то вещи сразу же заполнить. А сейчас уже там, как зрелый, наверное, специалист, я уже думаю и о других таких вещах, вопросах самореализации, признания других. И в данном случае я думаю о том, что вот эта работа, она позволяет, лежа на смертном одре, не думать о... В общем, безлаберно прожитых годах, да, там как это у Островского или у кого? В общем, бесцельно прожитых. Бесцельно, да, прожитых. Поэтому здесь замечательное направление, ты видишь результат сразу, и, ну, это делает, очевидно, бизнес лучше, а следовательно и общество. То есть, ну, это твое непосредственно прям влияние на общественные процессы. То есть страна от того, что ты этим занимаешься, что ты искореняешь мошенничество, коррупцию, что есть у других там понимание, что это могут прийти, найти и вскрыть, оно делает общество наше лучше. Некая борьба со злом. Да, вот, ну, именно так. Поэтому я такой, в общем, джедай. Да, у вас действительно уникальный путь. А что бы вы посоветовали начинающему эксперту? Какое образование получить? Какими компетенциями обладать? Ну, смотрите... Опять же, я как, ну, я по образованию там первому менеджер в системе государственного муниципального управления, потом я экономист, ГИМО, еще я юрист, еще кандидат юридических наук. Большой набор. Да, но это, конечно, не обязательно прям набор, вот что, знаете, это, вообще форензик – это все на стыке экономики и, ну, и права. Угу. Если у вас есть такая комбинация, это, конечно, замечательно, но… Конечно, если мы смотрим на выпускников, например, там, юрист или экономист, ну, скажу так, наверное, больше преференций все-таки тому, кто в экономике разбирается, да, потому что юристы, они иногда как бы вообще там, для экономиста кто не занимается правом, да, не кажется, что это люди, знаете, там книжные черви. Mm-hmm. Все зависит, наверное, от человека, да, чем он занимается там, как он учится. Но прежде всего для меня это человек должен быть творческий,
Человек должен быть хорошо самоорганизованный, то есть он должен уметь учиться и должен иметь желание получить новые знания и как-то применять, и в том числе получить практические навыки, и потом применять их навыки, эти компетенции там, на практике. Ну и как мы проверяем, наверное, да, начинающих специалистов? Я всегда смотрю, я, во-первых, собеседую всех. То есть от директоров там, до стажеров, которые приходят ко мне на работу. И для меня основной из таких индикаторов, это я смотрю их кругозор. Таких студентов из МГИМО я не встречал, но знаете, если приходит человек, там он и золотой медалист, и олимпиады, и красный у него диплом, и он там суперэкономист, я не знаю, там что-то считает в голове, там четырехзначные цифры, но ты его задаешь, а какое вот население России? Он тебе говорит, там 30 миллионов. Ну, как я могу, о чем говорить с этим человеком? Следовательно, может быть, он просто, понимаете, у него вот фокус, он в книжках сидит, он не видит, не слышит, что слева, что справа, а в нашей профессии так не пойдет, потому что человек, форензик-специалист, это не только тот, кто анализирует там, опять же, там, большие данные, умеет работать с большими объемами информации, там, хорошо владеет там, Excel, там, бухгалтерии, там, умеет общаться, он в том числе должен уметь общаться, интервьюировать, собирать какие-то новые знания, уметь эти знания интерпретировать. То есть для меня на начальном этапе очень важен именно кругозор человека. Да? То есть, и в принципе там 3-5 вопросов, ты уже понимаешь, с кем ты имеешь дело. Поэтому что? Читайте книжки, смотрите образовательный ТикТок, да, или там YouTube. Вот. Ну и, конечно же, если вы не знаете условно бухучет, я тоже, хотя у меня был зачет, но ты пока не придешь, не пощупаешь, это не так страшно. Ну и опять же, я тут отсек юристов, сказал, что преференции там экономистам. Ну, это не всегда работает так при наличии других каких-то факторов. Это сильного желания, мотивации и того же кругозора. Человек может, сейчас послушав нас с вами, там немного углубиться, подчеркнет эти знания, поймет, что форензик это интересно, но он юрист. Он придет, замечательно. Ну и в современном мире, конечно же, английский язык. Ну, да, без тут, этого не наверное, это аудитория, да, про это можно даже не говорить. Отличные рекомендации. Я думаю, что нашим зрителям при желании уже можно даже сегодня начать работать над собой. Вот вы поделились с нами своими впечатлениями от работы, и в основном они были очень положительные. Но наверняка у вас есть проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Расскажите о трудностях и сложностях работы. Ну, да, здесь надо вернуться к предыдущему вопросу и сказать, какими еще качествами человек должен обладать. Но тут человек должен быть стрессоустойчив, конечно же. Потому что ну, на начальном этапе там, какого-нибудь стажера или там, даже старшего консультанта мы не бросим в пекло, да, не оставим один на один с разъяренным не клиентом, а объектом проверки. Да. Вот, но... Знаете, это или есть, или этого нет. Можно, конечно, стрессоустойчивость там как-то развить в себе. Но да, и для чего стрессоустойчивость важна? Потому что, в принципе, ты же всегда находишься в конфликтной ситуации. Потому что ну, никто не любит, когда под него копают. Правильно? Если там, ты приезжаешь, кто-то узнает, кто вы такие, что вы форензик-специалисты, ну, не надо ожидать там каких-то особо радушных там, улыбок, приветствий, и бывают достаточно жесткие разговоры, в том числе там, на повышенных тонах. Ну вот, например, это может быть и на каком-то там бытовом уровне общения, да, бытовом я имею в виду, когда так, мы это называем на филде, когда ты находишься там в офисе объекта проверки. Ну и до самого высокого уровня, как я сказал, когда сидишь какой-нибудь арбитражи, и даже происходит перекрестный допрос. Ты там представляешь, выступаешь как эксперт, и вот у тебя 4 часа, знаете, как в лучших традициях, вот как в кино, ну тут юристы тоже, то есть не надо рассказывать. В общем, тебя пытаются дискредитировать, то есть показать, что ты не эксперт, да, когда начинают там с твоей квалификации,
затем пытаются дискредитировать там, результаты твоей работы. Вот. И понятно, что приятного здесь мало. Да? И ну, такая ситуация достаточно конфликтная. Ну, это если говорить про такое, то, что вот прямо на поверхности. Но вообще там есть такие сложности, которые, наверное, есть в любой профессии, связанные с цифрами, с деньгами, когда мы говорим о больших деньгах. Ну, это ты должен быть очень аккуратный с тем, что ты напишешь в отчет, какую цифру ты посчитаешь, какой ущерб ты там укажешь, да, потому что это все всегда является последующим предметом, это не кладется в стол. Затем это происходит обсуждение, обязательно твой заказчик обсуждает это, может быть, с партнером, да, которого он захотел проверить, и тот привлекает каких-нибудь юристов, других экспертов. Ну, то есть это всегда конфликт, ну, практически всегда, да, за исключением тех проектов, где мы даже никуда не выезжаем, а в принципе очень много работы можно делать сейчас удаленно, да, и отчет нужен клиенту, это очень редко происходит, когда вот у него назрело какое-то управленческое решение, ему просто надо подтвердить свои какие-то предположения. Ты пишешь этот отчет, он его читает, кладет в стол, там человека увольняют или какие-то другие процедуры, и как бы на этом все заканчивается. Спасибо большое. Как мы уже выяснили, вы обладаете огромным опытом работы в своей сфере. Расскажите про кейс самой крупной или самой знаменитой известной компании, которой вы оказывали услуги. Кстати, время прям летит. Но здесь самый крупный или самый знаменитый? Самый крупный, знаменитый, что-то такое запоминающееся. Что вам сразу приходит на ум? Да, ну как я сказал, понятно, что самый знаменитый я сейчас не выскажу, потому что, ну, наверное, неправильно будет. Мы не рассказываем, знаете, там о делах. Это как вот как есть врачебная тайна. Mm-hmm. Есть такая же тайна, и мы не рассказываем там о делах своих клиентов. Но в целом я, наверное, расскажу два кейса, если интересно. Потому что самый крупный – это не всегда самый интересный. Но есть такой кейс, я его раскрыл со своей командой, еще это было где-то, наверное, лет 8-9 назад. Это, знаете, такой энциклопедический кейс, который можно просто в энциклопедию, mm-hmm. и там, если там рассматривать мошенничество там со всех сторон, когда идет и завышение стоимости, и завышение объема, и человеческая глупость, там, ну и… Это такой пример человеческой жадности. Как-то я был на одном производственном предприятии. В одной из республик на постсоветском пространстве. Ну, не в России, в общем. Да, про Россию не будем рассказывать. Значит, и там мы обнаружили одну… В общем, там уволили генерального директора. И перед тем, как новый генеральный директор зашел и занял кабинет, он пожелал провести вот эту форензик-диагностику, форензик-проверку. Для чего это было сделано? Ну, потому что он понимал, что мало ли сколько там скелетов в шкафу, он может там посидеть 2-3 года, потом они вывалятся, и на него падут mm-hmm. подозрения. Поэтому вот форензик еще заказывают те, кто приходит, новый менеджмент, им необходимо проверить предыдущий для того, чтобы, знаете, строить следующий там бизнес. Ну, этот бизнес продолжает строительство на каком-то хорошем фундаменте, там избавиться от каких-нибудь других неблагонадежных элементов там, или компаний и так далее. Но вот в данном случае была такая цель. У нас была буквально неделю туда приехать, посмотреть процесс закупок. А еще здесь необходимо отметить тот факт, ну сейчас я могу об этом открыто говорить, потому что меня если вбить, загуглить из Королёв, сразу будет понятно, что я там форензик-специалист. Да? Но до некоторого уровня наши сотрудники, у них все-таки так называемый low public profile, да, когда они особо не светятся, не отсвечивают. И мы когда куда-то приезжаем, мы не говорим о том, что мы форензик. Мы можем быть там аудиторы процессов или консультанты по оптимизации процессов, кто угодно, но только не форензик. Ну, по понятным да. причинам, чтобы тебе там не начали угрожать или там сжечь документы там, и так далее. Вот. Значит, мы туда приехали как специалисты по оптимизации процесса закупок.
И там выбрали 5 закупок и начали, в общем, бухгалтерию кипятить в информационных запросах. Ну, буквально там второй-третий день привлекло внимание одна закупка, мы решили сосредоточиться на ней. Но бухгалтерию потом уже еще из Москвы вторую-третью неделю дожимали по всем пяти. Почему? Потому что ты не должен показывать, какой у тебя фокус внимания. Да? Потому что если ты пока что ты вот заинтересовался конкретно этой компанией Vega, ну, они будут как-то... То есть ты должен замылить, чтобы не было понятно, что ты смотришь. Mm-hmm. Вот. И, значит, там мы нашли закупку. Я немного округлю в меньшую сторону. Там закупку на 65 миллионов долларов. Вот, Елизавета, как вы думаете, сколько украли? Процентов 20. Вот из 65 украли 60. Вот, а почему, и здесь опять же, вот раскрывая тоже мой тезис о том, что человек должен быть, ну, творческий, должен иметь там кругозор и как-то уметь там все-таки анализировать большие объемы данных, как-то складывать эту картинку, почему мы обратили внимание на эту закупку? Ну, там покупали некоторое оборудование по диагностике некоторых производственных узлов. Ну, я достаточно завуалированно это говорю, потому что если я назову конкретно оборудование, будет понятно, какого рода это предприятие. В принципе, я бы не хотел, чтобы кто-то домысливал, где это было и что мы там смотрели. И, в общем, мы смотрели диагностическое оборудование для некоторых производственных там агрегатов, там машины агрегатов. И было закуплено порядка 400 единиц этого диагностического, ну, этих элементов. Это достаточно была такая штука, там, связанная с IT, там, в общем, какая-то электроника, это все подключалось на какое-то общее табло, и, в общем, вот эта диагностика всего этого предприятия, ну, то есть срез состояния этих агрегатов, он выводился прямо куда-то на экран. И, в принципе, сторонний наблюдатель, ну, который так попадает на такую крупную там производственную площадку, тут миллиардные просто инвестиции, он, в принципе, смотрит... и видит, что, о, купили что-то какую-то диагностику, о, американского производства, 400 единиц, ну, вроде как нормально. Но что привлекло внимание? Здесь ты не просто смотришь, там, анализируешь там, контрагента, выявляешь, что вот он какой-то неблагонадежный был создан, у которого это все купили, там, например, там, за полгода до подписания договора, и что сумма материальная. Нет, ты должен посмотреть и вообще понять, а что купили. И на какие агрегаты это были, эта диагностика была установлена. Значит, агрегаты эти можно выгрузить в реестр основных средств предприятия, можно посмотреть стоимость этих основных средств, ну, то есть какие, по какой стоимости они последние там записаны, введены в эксплуатацию. И мы обратили внимание, что стоимость самого там классного агрегата нового, она была порядка 30 тысяч долларов. А если возьмете 65 миллионов, разделите на 400, получится, что диагностика этого агрегата стоимостью в 30 тысяч, даже если он новый, самый, и плюс мы даже не делали бенчмарк цены, может быть, он стоил дешевле, может, и тут цена завышена. 30 тысяч, в общем, они диагностировали, ну, за 150. То есть ты купил что-то, а вот проверить, как оно, то есть ты можешь 5 этих агрегатов купить, то есть это сразу же, ну, привлекло внимание. Дальше... через реестр этих основных средств можно было посмотреть, что некоторые из этих агрегатов, срок службы у них был уже более 25 лет, там 30%, но это просто как бы хлам. Следовательно, даже которые, они просто там числились где-то на складе, но не были установлены, а их тоже надо диагностировать. Дальше полезли в саму тендерную документацию, затем там исполнительную документацию, то есть надо было почитать вообще, что купили. На тот момент с нами не было инженера, да, специалиста, по, там, который бы это все понимал. Но здесь тоже, знаете, на логику. Вот если бы у тебя не было бы кругозора, если ты был бы там чисто в экономике или в праве, ну, наверное, даже ты бы не полез бы и не обратил бы внимания на то, что в спецификации каждому из этих агрегатов там было, ну, 32 канала по измерению. И на каждый из агрегатов крепился датчик, который измерял его работу там, ну, в трех измерениях каких-то. Следовательно, один этот штука, не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, один этот юнит
которых приобрели 400 штук, он мог обслуживать 10 агрегатов. Mm-hmm. Следовательно, мы понимаем, что надо было купить их не 400, а 40. И вот таким образом сам объем закупки был завышен в 10 раз. Понятно, что это было возможно только в тот момент, когда кто-то даже на этапе бюджетирования, планирования этой закупки, а это значит там и главный инженер, и какие-то там, ну там не рабочие, любые белые воротнички, то есть начальник производства, да, значит, они были в курсе этого всего. И это не могло бы пройти там, просто потому, что они уже в бюджет закладывали закупку в 10 раз больше, а потом еще в отделе закупок они это купили в 10 раз дороже. И получился вот этот эффект мультипликационный, когда то, что купили, можно было купить в 100 раз дешевле. Поэтому, когда я говорю, что из 65 украли 60, по факту ущерб был 64,5. Потому что в 10 раз был завышен объем требуем, и в 10 раз была завышена стоимость. Вот это такой, ну и там очень много всяких, конечно, там рассказов, я иногда это на конференциях рассказываю, там, но это сложно сейчас, знаете, там объяснять без каких-то слайдов, и я думаю, это не цель нашего сегодняшнего общения. Но вот бывают, такие бывают кейсы, и это тоже интересно, конечно. Ну а дальше оказалось, что человек, который оттуда ушел, покинул пост генерального директора, он оказался в дочернем предприятии, в другом дочернем предприятии, мы поехали за ним, он еще в другую республику, он еще там делов натворил, и, в общем, там, ну, это был очень интересный там проект с точки зрения того, что вот мы познакомились вот с такой, знаете, организованной прямо группой. Mm. Вот, это материально. А если говорить про интересный проект, если у нас есть еще время… Да, у нас есть время, но мы, конечно, уже скоро будем заканчивать, но кейсы всегда очень показательные, поэтому, если у вас есть, то рассказывайте. Ну, а другие кейсы, если мы говорим про интересные, да, ну, в принципе, вот иногда нас привлекают, и, кстати говоря, в этом смысле, конечно, и юристы, да, интересны, там, форензик, потому что иногда заказчиками являются, то есть, ultimate client, то есть, конечные, там, клиент – это… Ну, сами какие-то акционеры, но они через юристов, с которыми мы плотно общаемся, работаем, там, обращаются к нам. И бывают проекты, которые, знаете, они такие трансграничные, когда, например, кейс начинается в одной какой-то республике, а деньги, ну, а там туда вовлечено, в общем-то, полмира. Mm-hmm. Да? Ну, вот, например, один из таких кейсов. И, кстати говоря, вот я когда говорю там про перекрестный допрос, как раз-таки по вот этому кейсу я выступал совем недавно, можно так сказать. Это когда к нам обратился клиент, в общем, у него, давайте назовем, что это просто клиент, да, в общем, у него были какие-то соинвесторы, они пообещали там кое-что построить, развить, какую-то производственную тоже площадку. Значит, 5 там, или 7 лет они работали, получали деньги. Под гарантии нашего клиента привлекли заемные средства, там, ну, например, из какого-нибудь евразийского банка там, реконструкции, ну, что-нибудь такое. Mm-hmm. Вот. Без этих гарантий они бы эти деньги бы не получили. Следовательно, поэтому им был интересен наш клиент, который тоже давал туда деньги. Ну и, в общем, в итоге мы выяснили, а через там 7 лет, в общем, никаких результатов не последовало, и вот тогда клиент обратился к нам. В общем, надо выяснить, что там происходило. Ну и мы выяснили там несколько схем вывода денежных средств, понятно, это по закупке там, по завышенной стоимости, у каких-то аффилированных там сторон и какого-то оборудования, которое там выдавалось, что это, например, там европейское, по факту это было китайское. Ну, там очень много бывает всяких нюансов, и пока ты до всего этого докопаешься, то есть там очень много какую работу ты должен там провести, там каких-то данных проанализировать. Ну, в общем, мы выявили схемы по выводу этих активов, но затем, что было интересно, смогли еще и доказать отмывание этих денежных средств и внедрение их через прокси-компании, через сеть компаний, которые были созданы именно для
вот этих вот целей, внедрение их обратно в бизнес под видом инвестиций вот этого второго акционера, который был нашим оппонентом. И в данном случае, почему это был очень интересный такой проект? Ну, потому что, во-первых, мы смогли подсчитать ущерб, показать, каким образом деньги с компании выводились, а затем по вот этой методологии, по противодействию отмыванию денежных средств проследили все три уровня вот этого отмывания денежных средств, который происходил там трансгранично, то есть где были там и Каймановы острова, и Кипр, и BVI и так далее. И, скажем, там первый там был уровень – это размещение, когда деньги оказались на счетах вот этой компании, которую покупали по завышенной стоимости. Затем пошло там расслоение, там была группа компаний, там 12 или 15 их. Затем они там тасовали деньги между собой, отправляли за какие-то эффективные там консалтинговые услуги или за какие-то договоры займа, которые потом не возвращались. И затем это была интеграция. Это мы увидели, как это скапливается все на счетах одной, другой компании, как бы в таком кошельке, и через этот кошелек под видом каких-то оплаты там, услуг, в общем, через инвестиции попадали на счета нашего клиента, оппонента, и дальше интегрировались в эту компанию. Mm-hmm. Вот это было интересно, но опять же, я это говорю, что это супер интересно, знаете, уже с такой профессиональной точки зрения, как эксперт, что вот мне было это, а для молодежи, наверное, интересно, но если сказать, что, знаете, у нас иногда бывают проекты, там, где мы ездили там, с вооруженной охраной, как-то я там провел 5 недель в лесах Карелии, да, там какую-то лесопилку мы смотрели, когда были проекты там в Монголии, там Улан-Батор, да, скажем, и вот, наверное, им это интересно, как-то в разгар самого ковида мы улетели на 3 недели там на остров Сахалин, и там сначала на 3 недели, а задержались там на 3, а кто-то даже на 4 месяца. Я лично провел там 3 месяца, потому что я не мог вылетать. У нас были постоянно там встречи, там были вот эти вот ковидные ограничения, но зато мы там объездили просто весь Сахалин, слетали на Курилы, в общем, провели замечательное время. Спасибо, что вы делитесь с нами уникальным опытом. Я уверена, что такое не прочитаешь ни в одной книге, даже в интернете. У нас остается время на 3 блиц-вопроса. Прямо очень коротко. Так, давайте. Значит, первый вопрос. Какие перспективы у экспертов в вашей сфере? Так сказать, пожелания нашим студентам и выпускникам. А тут опять быстро не ответишь. Знаете, там с развитием технологий, вот я есть там... так не буду никого назвать, но, в общем, с развитием технологий есть какие-то профессии, то, что я слышу, да, от некоторых, скажем, что говорят, вот профессия бухгалтера или там аудитора, они отойдут куда-то в сторону, потому что есть вот это вот блокчейн, когда у тебя будут бухгалтерские проводки сразу же записываться там у твоего подрядчика, у тебя на счетах, еще там федеральная налоговая служба, и типа все будет прозрачно, да. Кто-то говорит, что а что там форензик, сейчас вот это будет все открыто. Я вот с этим не соглашусь, потому что технологии развиваются, мошенники тоже развиваются, да, но исследовательно есть такое выражение, там, голь на выдумке хитра, да, но тут в данном случае не голь далеко, mm-hmm. да, как бы мошенник – это очень творческий, очень разумный человек, который постоянно развивается. И нам главное не отставать от этого всего. И понятно, что будут какие-то особые интересные схемы, которые нам еще предстоит расследовать. И поэтому это если с точки зрения технологий, мы без работы совершенно точно не останемся. Ну и как я сказал, в любой кризисный момент, в любой развивающейся экономике, а мы пока что находимся и в развитии, и в кризисе, потому что кризис это надо извлекать из него максимум положительных, максимум положительного, но специалист по форензик, он всегда будет востребован, потому что люди воровать, обманывать не перестанут. Очень приятно, что вы даете такие позитивные прогнозы. Раз уж вы упомянули образ мошенника, как он изменился за последние 10 лет? Ну, опять же, тут надо, опять же, разделять.
аудитории, которая не знакома пока еще, да, конкретно с нашим направлением. Но когда я начинал с того, что я говорю, что мы обслуживаем все-таки корпоративный сектор, корпорации, и там, таргетируем там средний менеджмент и топ-менеджмент. И знаете, там за 10 лет, ну, в принципе, мошенник, он такой же, как был и 20, и 30. Ну, если мы говорим там про Россию. Ладно, не как 30. За последние 10 лет он мошенник, он какой его портрет? Это мужчина среднего возраста, там 35-40 лет, ну или 45, да, сейчас. Он умен, хорошо образован, имеет там иногда даже несколько высших образований, женат, дети, и он такой очень положительный, там, в общем, свой парень. Да? Вот это вот портрет типичного мошенника. Ну, потому что, ну, это не обязательно, что все, кто положительные парни, знаете, там 35-40 лет, они все мошенники, да, давайте не будем. Но если мне, я приезжаю, я понимаю, что здесь есть проблема, и вот этот треугольник мошенничества, тут нету контроля, ничего. И меня просто встречает какой-то супер улыбчивый там человек, да, и он такой молодец, там, и спортивный, все дела. А, еще он, самый главный индикатор, он трудоголик. Это значит, что он не может сойти с своего места, да, кого-то подпустить, уехать в отпуск. Если я слышу, я 5 лет... Вот он там начальник закупок или начальник логистики. Я 5 лет не могу уйти там в отпуск. Для меня это не похвала, то есть я его за это хвалить не буду, да. И у меня это будет такой триггер в голове, что, слушайте, значит, человек не может оставить дела, что кто-то хоп, ему кто-то позвонит, еще что-то, да. То есть и что с… Ну, это такой индикатор того, что вот, скорее всего, здесь что-то не так. Надеюсь, наши зрители не начали подозревать своих знакомых. И у нас для вас специальный последний вопрос. Какая самая большая взятка, которую вам когда-либо предлагали? Конечно, можно отшутиться, но я сразу же, можно потом вырезать. Да, я отдельно, я бы сказал, что, знаете, самые большие взятки ждут меня только впереди. Но если серьезно, мне иногда это задают такие вопросы, ну, там, какие-нибудь одноклассники, там, однокурсники, ну, вообще где-то, да, то есть, которые узнают, чем я там занимаюсь, хоть ничего себе. А вы знаете, а мне вот никогда не предлагали. Вот не предлагали. Но почему не предлагали? Не потому, что у меня прям там, на лице написано, там, святоша, да? Вот. Другой вопрос, взял бы я ее. И я, конечно, вам отвечу, конечно, нет. Вот. Но почему не предлагали? Во-первых, потому что мы в редких случаях, общаясь в момент исследования, до там, написания отчета, в редких очень случаях наш проверяемый объект понимает, с кем он имеет дело. Да? То есть он не понимает, что это мы форензик-эксперты, мы что-то копаем под него, и наша задача как можно сильнее оттянуть этот момент, да, потому что мы изначально там рассчитываем на какое-то сотрудничество с ним, рассчитываем на то, что он по своей доброй воле нам очень много чего там напоет, расскажет, а потом мы будем его, в общем, ловить, да, там, на слове, на том, на что он нам говорил до этого. И поэтому он не понимает. Вот. А в тех случаях, когда он уже понимает, это уже или поздно такие вопросы поднимать, или же он понимает, что ты представляешь крупную организацию, другую, да? Ну и в принципе, наверное, все-таки ладно, на лице написано, что с такими вопросами ты никогда не можешь там обратиться, и скорее всего, с высокой долей вероятности получишь там, сделаешь себе только хуже. Вот. Ну, а если говорить про то, вот предлагали бы, взял бы или не взял, знаете, в нашем деле очень важна репутация. И почему компании привлекают, почему бизнес привлекает такие компании, как B1? Потому что у нас репутация – это самое главное, что есть в нашей компании, помимо
той экспертизы, да, которой мы обладаем, тех знаний. Вот. Но прежде всего это вот вопросы связаны, там, на английском есть хорошее слово integrity. Да? Mm-hmm. Вот. С таким integrity, как в B1, в общем, к нам с какими-то взятками никто подъехать не может. Вот. Мы благодарны вам за такой блестящий экскурс в сферу форензик, и я уверена, что сегодня вы стали примером для вдохновения для многих наших студентов и выпускников. Поэтому мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами, и еще раз вас благодарим за такие подробные ответы на наши вопросы. Да, спасибо всем, и, в общем, всех ждем. У нас иногда проходит так называемый, ну, это, знаете, на правах рекламы маленькой, раз уж мы тут час поговорили, вот у нас недавно, буквально неделю назад, прошел Forensic Case Battle. Это такое мероприятие, куда мы приглашаем, ну, всех студентов каких-то там топовых вузов, и иногда у нас там бывает до 700 участников. На очный этап мы приглашаем, ну, там есть некто, это можно найти информацию. В общем, на очный этап к нам в этот раз пришло 35 человек, вот 8 или 10 из них мы отобрали для one day оффера, mm-hmm. но они еще должны будут пройти собеседование, да, одно. И вот, наверное, человека 4 мы из них возьмем. То есть конкурс, наверное, как в МГИМО. Их обязательно ждут вопросы на эрудицию. Да, будут вопросы на эрудицию, и, в общем, следите за интернетом, за нашими какими-то мероприятиями, и в B1 очень много других есть направлений, отделов, где тоже очень востребованы выпускники, и вообще это классное место для начала как карьеры, ну а как в моем случае для продолжения. Да. Да. Вот, всем спасибо. Спасибо вам большое за просмотр. До свидания.